Среди нас есть люди, которые живут на Старой Авдеевке. Чтобы было понятно гостям студии в Киеве, за один только обстрел утром на одной улице было разрушено 20 домов ракетами «Град». Они живут, принимают на себя основной удар. Очень много разрушенных домов. Снова ремонтируют и снова попадание. То есть есть дома, в которые попадание несколько раз. Я начну эту тему, потому что мы встречаем именно в частных секторах проблему, что они не имеют права на компенсацию. Международные организации уже во второй раз, когда к ним обращаются за стройматериалами, они отказывают этим жителям, потому что они видят, что они остаются в зоне риска. Вот у нас есть две жительницы с старого города. Пожалуйста, Ольга Дмитриевна. Я поддержу. Я хотела бы сказать, что были обстрелы неоднократные, и были хозпостройки, и в дома людям прилетало. Да, выделялись, какие-то средства давали, но это было опять повторно. И люди было даже что ставили пластиковые окна за свои деньги, опять они били. И куда теперь нам обращаться? Где? На законодательном уровне. Вы пробовали узнать? То есть жителям многоэтажек им компенсируют по закону, имеют право. Вам? Нам ничего не дают. Сказали, есть стекла на обыкновенные деревянные рамы. Если у людей пластиковые окна, вставляйте сами. А если полностью разрушен дом? Если полностью, он, естественно, уже практически никуда уже. То есть на законодательном уровне они не могут получить компенсацию финансовую. То есть такого закона нет.